Ну и какого хрена у меня машина перестала нормально жужжать? Вот сейчас вот ехал. Главное, обиднее всего то, что вот купил генератор. Вот он, в коробочке, запечатанный. Но при этом машина перестала жаловаться на генератор. Но при этом она начала троить. Причем жутко, самым нахальным образом. Ну разве это звук мотора? Это форменное безобразие. Ну какого хрена у меня так не везет с машиной? Ладно, приехал в мое любимое сакральное место. Это Turntable Road на exit с 5-го фривея на Shasta Lake. Люблю это место, мне оно очень нравится. Вот здесь когда-то тут даже сделали, помню, Серега, несколько фотографий, там, где я обалдел. Но при этом у меня проблема с мотором. Это какое-то форменное, неправильное безобразие. О! А сейчас жужжит. Вот что ему надо было, а? Ну-ка. А сейчас нормально зажужжало. Вот что этой машине надо? Нет, тут какие-то неправильные звуки она издает. Вот что в этот раз тут сломалось, а? Между нами говоря, для меня машина – это потемки. Вот что вот с ней не так? Ладно, оставлю сейчас я на несколько минут. Пусть она остынет. Вот почему она троит, а? Почему она иногда... Нет, вот машина... Вот есть вещи, которые я не понимаю изначально. Это женщины и машины. Что им надо? Это какая-то фигня непонятная. Вот что? Что этой таратайке требуется? Чтобы она жужжала, как она жужжала всегда, а? Форменное безобразие.